Конституции Украины запрещено либо какие внешние войска и их нахождение. Но на Конституцию наплевали, поэтому они подрядились какими-то там законами, даже референдум провели. Что это проведет? Значит, чуть ближе можно к динамику, вас плохо слышно. К чему это приведет? Это приведет к обострению своего рода конфликта. Чем ближе натовские, будем говорить, базы, обучающие там территории, на которых тренируются натовские войска, будет конфликт. Рано или поздно ему быть. Что касается непосредственно войск НАТО, они у нас тоже бесчинствуют. Об этом не пишут. Да, мы помним 2 года назад, когда девушку американский солдат изнасиловал во Львове, избил в пьяном состоянии, ему ничего за это не было. Погудели. Поэтому они тоже имеют там иммунитет. И если они захотят что-то творить, чудить, издеваться над народом, то все им позволено.